Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и сегодня я снимаю видео о том, как я стала обладателем 10 собак. Как же так, спросите вы? Ах да, вы же не тупые, вы же знаете, что моя собака, которая Тина, недавно родила 8 щенков, и теперь у меня 10 собак в квартире. Как мы умещаемся до сих пор, я не знаю, и мне кажется, скоро эти мелкие дьяволы разнесут квартиру нахрен. Ну, о чем это я? О милых биглях. Заводите бигля, самая лучшая собака. Пришлось своровать временно ее из вольера, чтобы она снялась в моем видео. Ну, вы понимаете, все дела. 4 января, как раз после Нового года, моя собака решила, что пора. И в ночь, мне надо было потом на следующий день уезжать в отраду, я, как самый ответственный человек, была акушером. К слову сказать, зрелище весьма захватывающее, и весьма утомительное. На свет появилось 6 девочек и 2 мальчика. Все они абсолютно разные. Это вам не лабрадоры, которых примерно все одинаковые. Они просто все разные, у всех разный тип шерсти, разные морды, разные окрасы, и это так необычно. Одна порода, а столько вариантов, ну, то есть, типа, это нормально, но... Ой, отстаньте! Суть этого видео в том, что все эти щенки доступны к резервации, так что, если вам хочется завести маленького четвероногого друга, то пишите мне ВКонтакте, ссылка всегда в описании. Бигли относятся к собакам средних пород, поэтому они отлично подходят для квартиры, для дома, для участка, то есть это универсальная собака, гораздо более подходящая для квартиры, чем лабрадор, потому что лабрадор все-таки большая собака. А бигль, она достаточно мелкая собака, но относится к средним, ну то есть типа где-то между маленькой и средней. Они очень ласковые, в квартире ведут себя адекватно, ну, за исключением детства, когда они просто неменяемые. Также они очень милые, вечные щенки, они выглядят всегда, как будто они щенок еще. Они отлично ладят с другими домашними животными, например, моя кошка была вообще не в восторге, то, что у нас 8 собак еще. Ну, нормально. Еще кто-то начал у нас вылезать из вольера, но мы не знаем кто, потому что мы приходим каждый раз домой, а у нас сюрпризы вне вольера, но все щенки в вольере. И это очень странно, то есть, типа, кто-то вылезает, а потом назад залезает, но это невозможно, они еще маленькие. Большую часть своего времени не спят, и только недавно начали бегать и играть, потому что они до этого еще были раскоординированы и вообще неуклюжие, такие смешные. И начинают играть между собой, начинают играть с игрушками. Также нам выпала очень интересная буква для того, чтобы называть наших щенков Че. То есть, как много кличек на букву Че, вы знаете. Давайте блиц-опрос, пишите в комментариях, нам надо было 8. Я придумала всякие клички, я вам, конечно, их сейчас
зачитаю. Charlie and Chocolate Factory, Chuck the Best Friend, Chiara Christmas Princess, Chelsea Starry Sky, Choosing a Good Horse, China Sea Dragon, Change Your Life for the Better, Chupa Chups, Delicious Candy. И, внимание, вопрос. Вот эта вот мелочь, которая тут скачет, как вы думаете, какая кличка больше всего подходит ей? Если что, Чарли и Чак — это мужские клички, а все остальные типа девчачьи. Так что вот она сидит и ждет, когда вы выберете для нее кличку. Из тех, что я прочитала, разумеется. Так что пишите в комментариях обязательно. Ребят, я буду очень признательна, если вы сделаете репост записи с этим видео, репост этого видео, расскажите своим знакомым, что вот у меня продаются щенки, потому что эти все малыши, у них выпуск в конце февраля, им нужен дом, они не смогут сегодня остаться, к сожалению. Вот, так что я надеюсь на вашу поддержку и помощь, надеюсь, вам понравилось это видео, понравились эти замечательные малыши. Ну, посмотрите, как можно не влюбиться в такого щенка, как можно не влюбиться? Вот как можно не влюбиться? Так что вот, с вами была я, Ксения Кузнецова. Спасибо всем большое за просмотр. И если вы поможете мне пристроить всех этих малышей, я буду вам очень благодарна. Так что надеюсь на вашу помощь, опять же. Всем пока!